когда самка начинает рыть котлован, какие-то углубления, ямы в аквариуме, ждите, что она выведет мальков. Притом для вас тут нет никакой работы и никакой заботы. Бывало, что мы в домике видели икру, а бывало, что мы не видим икру, и появляются мальки. Где-то она ее откладывает незаметно. Очень неприхотливая рыбка. Раз в месяц мальки.